Но только не мы с вами, которые создаем эти социальные сети. И вот сейчас пришла компания, которая предлагает нам возможность работать в интернете, создавать социальную сеть и зарабатывать деньги. Каким образом? Ну, во-первых, кто создал эту компанию? Компанию создали пионеры IP-телефонии. Мы все знаем компакт-компьютер фирму, да? Мы знаем компанию Intel, мы знаем компанию Hewlett-Packard. Так вот, хозяева этих компаний объединились, собрали деньги, объединил их Билл Старка, который тоже миллиардер. И они увидели перспективу. Увидели перспективу, что на смену аудиосвязи приходит видеосвязь. Они построили 13 дата-центров по всему миру и дали возможность всем перейти в эту видеосвязь. Что интересно, я расскажу такой простой пример. Вот у нас ВКонтакте, в Одноклассниках, в других социальных сетях есть много друзей, да? И вот представьте, что если бы социальная сеть нам платила за то, что мы пригласили друзей ВКонтакт по одному доллару за доллар. Классно было. У меня там 200, у Тани 600 друзей. Вот она должна получать от контакта 600 долларов, а я 200 долларов. А если бы нам платили по одному доллару за друзей наших друзей, то это вообще было очень здорово. Так вот сейчас такая возможность есть. И об этой возможности сейчас нам расскажут наши спикеры. То есть люди, которые занимаются этим бизнесом. Ну, еще я хочу сказать, что миссия этой компании такова. Она хочет в ближайшее время, 2-3 года, изменить вообще коммуникации в мире. Раз. Потом, значит, она хочет, чтобы ее бренд узнавался как Microsoft, как Google. И еще она хочет сделать этот бизнес наиболее зарабатываемым бизнесом и позволить всем этим пользоваться. Ну вот смотрите, у кого сейчас смартфоны, телефоны, смартфоны и планшеты? У детей. У взрослого поколения, вот бабушка пользуется сотовым, а смартфон покупает внучику. Значит, вся Англия, во всех университетах Англии сейчас студентам выдаются смартфоны и планшеты. И предполагается дистанционное обучение. И вот я только нарисовал вам, так сказать, мазки бизнеса номер один. А сейчас нам об этом бизнесе в течение нескольких минут расскажет бывшая студентка Мехмата, законченный математик. Вот. А сейчас начинающий аспирант проблемами искусственного интеллекта в ХИРЭ или ХНУРЭ, как называется теперь этот институт, Татьяна Соклакова. Спасибо большое, Виктор Юрьевич. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Соклакова Татьяна. И сегодня я хотела бы заметить, что каждый из нас любит работать на дому. И я не являюсь исключением. В течение следующих 10-15 минут я расскажу вам об одной наилучшей возможности бизнеса на дому. Я расскажу вам о продукте, который привлекателен на международном рынке, стабильный в плане вознаграждений и небывалых возможностей. Итак, начнем. Каждый из нас знает, что технологии ускорили нашу жизнь. А вы задумывались, что происходит в интернете за одну минуту? Знаете ли вы, что за одну минуту просматривается 1 300 000 видеороликов на YouTube, 6 миллиардов людей сидят в Фейсбуке, 370 тысяч людей общаются и сидят в Скайпе. Представьте, если бы вы имели часть прибыли от этой деятельности. Это потрясающе, правда? Самый быстрорастущий на сегодняшний день – это рынок видеотехнологий. Всего 3 года назад этот рынок составлял 5 миллиардов долларов. На следующий год он составлял уже 10 миллиардов долларов. На сегодня это более чем 100 миллиардов долларов.
И эта цифра ежедневно растет. Только 300 миллиардов видеороликов просматриваются за месяц на YouTube. Причем 15 из них просматриваются на мобильных устройствах. И это, по-моему, потрясает. Компания iHuawei – одна из трех лидирующих компаний в разработке видеотехнологий. И команда программистов является первой программистой, которые разрабатывали мобильные приложения, технологии для компаний, которые на сегодняшний день являются лидерами. И не только просто технологии, но и мобильные приложения, которые люди сегодня используют во всем мире. Компания была основана в 2007 году генеральным директором Билл Старки в Хьюстоне, штат Техас. И на сегодняшний день компания имеет более 2000 корпоративных клиентов в более чем 100 странах мира. Мы устойчивая, независимая компания с ценными материальными и интеллектуальными ресурсами. Компания планирует охватить всего 1% этого быстрорастущего рынка и заработать на этом более чем 1 миллиард долларов. Хорошей новостью является то, что компания хочет установить партнерские отношения с ее клиентами и вознаграждать тех людей, которые готовы продвигать продукт компании по всему миру. Компания предлагает надежный, но в то же время легкий в использовании продукт. Продукт был признан номер один во всем мире и получил множество положительных отзывов от своих конкурентов или сотрудников. А также продукт был признан номер один по легкости использования и просто, как говорят американцы, enjoy. Легкости использования и наслаждением пользования продуктом. Поэтому этот продукт будет вашим по самым доступным ценам. И это грандиозный успех. Например, программное обеспечение видеосообщения очень легко в использовании. Нажав всего одну кнопку, вы записываете видеосообщение. Нажав две кнопки, вторую кнопку, вы выбираете один из тысячи видеошаблонов, чтобы оформить свое видео как видеооткрытку, например, как в магазине, как музыкальную открытку, но теперь только видеооткрытка. Тоже вы можете создать свой собственный шаблон и своей собственной фотографии или любой другой картинки, загруженной из интернета. Текстовые сообщения электронных почт уже скучны и однообразны, потому что более 70% информации передается через язык тела, жесты, интонация голоса, настроение. Намного важнее, чем текстовые сообщения. Каждый из нас любит просматривать видео и получать видеосообщения. И более того, маркетинговые исследования доказали, показали, что на видеосообщения отвечает 10% людей, в то время как на текстовые сообщения отвечает всего 1% людей. Таким образом, каждому предпринимателю следует использовать видеосообщения для того, чтобы их клиенты отвечали. И компания iHuawei предоставляет такую возможность. Второй продукт компании – это видеоконференция. Изначально она была создана для того, чтобы улучшить сферу взаимодействия в таких сферах, как государственные, медицинские, телекоммуникационные. Но вскоре мы заметили, что наши клиенты начали использовать этот продукт в своих личных целях. Они заметили, что в зале видеоконференции могут находиться до 12 человек в видеорежиме. В то время как в скайпе находится 300 тысяч людей и более, все они общаются один к одному. И это максимум, что может предложить вам скайп. И каждый из вас может попробовать. Это неправильно. Скайп может предложить любую конференцию, но за деньги. Точно так, как и вы предлагаете за деньги делать конференции. В скайпе неограничено число людей. Я хочу сделать скайп телевидение, но для этого нужны деньги. А компания iHuawei предоставляет общение один к многим. Более того, она позволяет находиться более 100 человеком в конференц-комнате. И третий продукт, о котором я еще не сказала, является телевещание.
Телевещание – это уникальная возможность вещать свой канал, свой тренинг, свой класс, преподавать можно в этом канале. И я делаю это. У меня есть свой сайт, на котором я выкладываю, когда будут выходить разные тренинги. И вещать на аудиторию 500 человек. Более того, это телевещание мне нравится тем, что я могу вещать по всему миру. Мои друзья из Голландии, Канады, Германии, Китая посещают мои тренинги, потому что они поддерживают меня. И много участников, студентов с политеха, с Хмурея, Каразина посещают тренинги, которые мы проводим. И этот канал мне очень нравится еще тем, что я не только могу одна сидеть и говорить в этом канале, и все будут на меня смотреть. Я могу пригласить своих друзей, тренеров, которые у меня есть в моем ВИНе, моя команда, и проводить вместе. Компания предлагает три вида продукта, четвертый вид продукта – это автореспондер. Когда вы можете запланировать, как видеосообщение будет посылаться и кому. Как уже говорил Виктор Юрьевич, представьте, если бы Skype или Facebook или Контакт платил бы вам $1 за то, что вы приглашаете своих друзей в эту социальную сеть, и $1 за то, что ваш друг пригласил еще одного друга. Я бы имела 600 плюс 600, наверное, 600 в степени 600 я бы имела. А налоги? В общем, я была бы миллионером. Налоги, как? Давайте это слушаем. Я бы была миллионером, если такое мне платил бы Контакт. А это же предоставляет компания iVami. И она дает такие возможности зарабатывать по $1 со своих друзей. Когда вы покупаете пакет на $35, и таким образом каждого друга, кого вы пригласите, компания каждый месяц будет платить вам $1 за то, что он пользуется. Более того, он будет платить вам не только за друга, которого вы пригласили, со своего подъезда, со своего соседа, в Харькове, по Украине. Компания работает по всему миру, у нее нет границ, потому что это видеокоммуникация, и цель компании – создать общее онлайн-пространство. И поэтому мне нравится эта компания. Еще можно купить пакет, который предоставляет вам иметь бизнес под ключ и зарабатывать на этом. Компания очень успешная и уверенно шагает вперед, поэтому сегодня каждый из вас может установить для себя мобильную версию компании iVami и пользоваться своей мобильной версией с мобильного телефона. Находясь в автобусе, в другой стране, на рыбалке, за грибами, вещать, делать тренинги и тут же показывать примеры, или общаться с родителями, говорить, что с вами не только все хорошо по телефону, но чтобы родители вас увидели, с кем вы, как вы. Давайте я расскажу тебе о бизнес под ключ. Когда вы покупаете пакет по какой-то рекомендации бизнес под ключ, у вас компания предоставляет вам 7 видов дохода, о которых я сейчас расскажу. И первый вид дохода – это первый вид дохода. Когда вы рекомендуете кому-нибудь купить этот пакет, то вам компания платит $50. Ой, $50. Если в течение месяца вы просто порекомендуете 4 человекам и не подключится к вам, то компания вам платит $50 с каждого вашего рекомендующего человека плюс $100 от клуба «Орлов». Второй клуб «Орлов» плюс $100. Каждый месяц. Вы можете каждый месяц сделать. Итого за месяц, пригласив всего 4 человека, вы получаете уже $300. А третий вид дохода. Компания имеет дуальный подход. Что это значит? У вас есть люди с одной стороны и с другой стороны. И когда человек какой-нибудь получается с одной стороны и с другой стороны, у вас происходит цикл. И за цикл компания платит $25. Цикл. Также, это когда кто-то подключается, но также у вас же будут люди, которые будут ежемесячно платить абонплату за то, что они будут пользоваться продуктом. И таким образом, если 5 человек с одной стороны и 5 человек с другой стороны оплатят ежемесячную абонплату, у вас тоже происходит цикл. Цикл и опять $25. И не имеет значения,
значения. Это ваши личные приглашенные или ваша спонсорская линия. Не имеет значения, как глубоко подпишется человек. Тут все равно будет идти цикл, и вам за это будут платить. Пятый вид дохода. Достигая рейтинга в компании iLovey, вы получаете проценты от своей структуры. Будучи президентом, вы получаете 10% от своей структуры. Международным директором, международным 20%, и когда вы 20%. И самый большой 30% от своей структуры. От своей большой структуры. Существуют рейтинги в компании, их и слайд-шоу, которые вы можете найти в своем бэк-офисе или в интернете, или человек, который вас пригласил, там расписано. Но с какого-то момента вы начинаете получить от процента своей структуры. Когда вы достигаете рейтинга 30%, то это получается очень большой процент от вашей всей структуры. Шестой вид дохода – это автомобильный бонус. Я думаю, что каждый из нас мечтал о красивом автомобиле. Удобно, чтобы сесть с друзьями и поехать, куда вам захотелось. Поэтому компания предоставляет автомобильный бонус. И седьмой вид дохода – это дом мечты за 2,5 миллиарда долларов. Миллионы. Миллионы долларов. Я напишу 2,5. Бонус. Начав сегодня, может добиться до последнего. В компании есть разные рейтинги, на которых вы можете находиться. Вы можете зарабатывать как от 300 долларов, так и миллионов. И на сегодняшний день в компании iLovey есть лидеры, которые получают хороший достаток. Я с ними знакома и задаю им вопросы, беру у них опыта. Но моей мечтой является построить свою, целеустремленную, мощную команду победителей, которая подошла до седьмого этапа дома мечты, чтобы мы вместе путешествовали на своих автомобилях, куда мы хотели, и делали проекты, участвовали, в которых мы хотели. И лично я посмотрела из своего 5-летнего будущего и решила, поняла, что я сегодня сделала правильный выбор. А занимаюсь я тем, что рассказываю людям, показываю людям видеокоммуникации и рассказываю, как они могут заработать деньги. А делаю я то же самое, что и раньше. Общаюсь со своими друзьями, сестрой, мамой, но только по социальной сети, по каналам, те, которые приносят мне доход. Поэтому, если сегодня вы услышали меня, увидели меня, почувствовали эту возможность, которую я рассказала, если вы это понимаете, то вы поможете себе, а мы вместе командой поможем вашему окружению. Поэтому мой лозунг в жизни – следуй своей мечте. Она знает путь. И поэтому я... А сейчас я хотела бы представить снова девушке, которая очень хочет построить свою команду. Но она хочет построить не просто команду, а команду великих людей. Есть такое выражение, что... Если хочешь достичь великого, копируй великих людей. И поэтому она хочет стать миллионером и копирует только миллиардеров. Поэтому сейчас я приглашаю на эту сцену Лейлу Люди, которая расскажет о команде программистов компании iLovey. Спасибо. А ты встречалась с кем-то из миллиардеров? Да, я была на конференции у Билла Старка, это генеральный директор этой компании. И можешь показать фотографии. На YouTube есть фотографии, даже видео. Хорошо. Еще раз представлюсь, меня зовут Лейла, и я хочу сказать пару слов о себе. Я студентка Харьковского национального университета имени Каразина на первом курсе. И я являюсь сотрудником этой компании. Факультет какой? Биологический. И я хотела бы задать вопрос. У кого есть мобильный телефон? А 15 лет назад... Практически никого их не было. И вы видите, что технологии будущего быстро развиваются. И даже выпускаются
коммуникационное устройство с фронтальной камерой. С фронтальными камерами, вот. Как раз для общения в видеорежиме. А кто пользуется скайпом? А вы знаете, что мы построили клиентскую базу? Мы говорили, что вот есть программа, через которую можно общаться безлимитно и без роуминга. Через эту программу Skype. И благодаря этому мы построили сеть бесплатных и платных пользователей. И компания Skype на сегодняшний день зарабатывает 2,5 миллиарда долларов. И компания Skype, она не платила нам ни копейки за то, что мы рассказывали своим знакомым, показывали возможность общения с этого сервиса. И только компания iWowMe дает возможность каждому человеку заработать деньги этого технологического бума. И она дает две возможности сотрудничать с этой компанией. Первая – это через премиум-пакет за $220. Вы будете иметь свой сайт, свою бухгалтерию и автоматизацию, бизнес-автоматизация и платежная система GPG. И следующее – это продукт V5. V5 – это мобильная версия, семейный телефон называется. И вы будете получать за каждого человека по доллару. Ну, если вы построите такую же сеть, как в Скайпе, в Фейсбуке, ВКонтакте. У меня ВКонтакте 300 человек, которые находятся у меня в друзьях. И я буду иметь с них $300. А если каждый человек, который у меня в друзьях, у него есть столько же друзей, сколько у меня, мой доход увеличится вдвое, втрое и больше. И ключевым моментом, что сподвигло меня сотрудничать с компанией, это являются люди, которые работают в этой команде, в этой компании. Первый – это Билл Старки. Он генеральный директор этой компании, сам Билл. Следующий – это Майк Нолан. Он вице-президент по исследованиям и разработкам данных. Он также поставлял различные решения для EDP, будучи главным разработчиком базы данных для дилерских услуг. Следующий – это Джек Стивенсон. Я думаю, его все знают. Он разработчик бесплатного приложения Twitter для платформы Windows Mobile в 2009 году. И Ричард Бейтман, он профессионал дипломированной корпорации Microsoft. Он участвовал во всех широкомасштабных модернизациях этой корпорации. А на данном этапе он руководит командой в центре обработки данных. И все эти команды iWowMe. И все эти люди является важным звеньем того, что делает компанию номер один на рынке видеокоммуникаций. И как сказал Экзюпери, самая главная роскошь в жизни – это роскошь человеческого общения. Мы будем общаться по видео, да? Ну, теперь вопросы. Вы сказали налоги, да? Нет.